Ловко принимаю эстафету. Те рано еще, а то не вырастешь. Что же, Борис Николаевич, шутить изволите? Я в переносном смысле, Володь. Так сказать, в политическом. Ты человек служивый, приказы выполнять умеешь. Слушай меня, и все у тебя будет хорошо. Между первой и второй срок проходит небольшой? Это, Володь, как на семью работать будешь. Это что, на всю большую Россию, матушку? Володь, ты идиот. Ты брось эти совковые замашки, понимаешь? Семья, это святое. Это те, кто вот кормить будешь. И кто жопу твою прикроет. Так сказать, самый близкий круг. Так за что же их кормить? Они же ничего не умеют. Неважно. Это раньше уметь надо было. Сейчас, понимаешь, активами владеть достаточно. Так сказать, украл, выпил в семью. Так это как так-то, Борис Николаевич, на всю страну-то? Народ не поймет. А им, Володька, ничего понимать и не надо. Нефть, говорят, понимаешь, скоро вырастет. Ты им кредитов раздай на плазменные телевизоры. И по этим телевизорам рассказывай, как мы все с колен подниматься будем, понимаешь. А если не поверят и совсем прижмет, то ты им про врагов рассказывай. Так это про каких таких врагов-то, Борис Николаевич? Мы же со всеми дружим. Деньги партнерам увозим. Смотри, Бондаревич. Где? На Крымском мосте. Понял? И самое главное, больше обещай. Ферштейн. Ну, Володька, давай. Пробуй. Дорогие граждане Российской Федерации, прошедший год был непростым.